Иисус есть любовь. Изнывая от боли, лежал при дороге он. Жгло палящее солнце и сохшую грудь. Лишь одною надеждою был осенен. Может быть, руку помощи даст кто-нибудь. Но напрасно он ждал. Удалялись шаги проходящих людей. Не внимали мольбам. Чужды были те стоны. О, друг, помоги, приюти, дай покой от мучительных ран. Так лежал он, измученный жаждою жить, верить друга, который на помощь придет, верой слова, что нужно любить, что любовь не покинет, любовь не пройдет. И как будто в ответ этой мысли больной видит он, по дороге священник идет, и он руки к нему простирает с мольбой, он его приближения с нетерпением ждет. Но, увы, он прошел, на него не взглянув, и от боли в груди сжало сердце сильней. «Кто ж мой ближний?» – тихо сказал он, вздохнув, и поник, покоряясь доле своей. И левит, проходя также этим путем, с сожалением притворным взглянул на него, но слов утешения он не нашел и оставил лежать на пути одного. Луч надежды погас, вновь остался один, взгляд усталый блуждал безутешно вокруг. Вдруг он слышит, как кто-то склонился над ним и так нежно сказал: «Не печалься, мой друг», и немедленно помощь ему поспешил. Перевязывал раны он нежной рукой, эти раны иссохшие маслом смягчил, и усталому сердцу дал чудный покой. Ты скажи, да, мой друг, свое... И усталому сердцу дал чудный покой. Но позволь мне, мой друг, твое имя узнать, и откуда ты родом, скажи поскорей, тогда буду тебя я по имени звать. Тогда будешь ты мне еще больше родней. Нет, не время теперь, ты узнаешь потом, свое имя не скрою, о нем я скажу. Ты узнаешь, как многие знают о нем, этим именем многим я также служу. И в гостинице чистой дал страдальцу приют. Уходя, содержателю кротко сказал: «Позаботься о нем, пока я не приду. За труды 2 динария дал. Если больше сдержишь, не унывай. Возвращусь, и тебе оплачу я тогда. Родом я из Самарии, помни и знай, что слова мои точны и верны всегда». «Нет!» — воскликнул страдалец, — «скажи мне, кто ты, что вдохнул мне надежду на жизнь мою вновь? Мне лица твоего так знакомы черты». А в ответ он услышал: «Мое имя — любовь. Аминь».